Студенты Анапы выясняли, кто лучше всех обращается с ракеткой. Элина Степанян учится в медицинском колледже, а настольным теннисом занимается еще со школы, со второго класса. Ездила по соревнованиям очень много и в разные города ездила, хорошо. И победы были, и поражения, в основном победы. Студент Сочинского университета Александр Пришко занял лидирующие позиции с самой первой игры. Удачи или мастерство? Первую игру я выиграл 3-2 по партиям. Соперник был достойный, у меня получилось его одолеть. Шансы довольно-таки неплохие, потому что, в принципе, все соперники сильные. Я думаю, мы можем занять достойное место. По итогам соревнований среди вузов первое место заняла команда Шолоховского университета. Второе – у студентов анапского филиала КубГАУ, а третье досталось команде Сочинского университета. Среди среднеспециальных учебных заведений первыми стали студенты Анапского колледжа сферы услуг. На втором месте – команда сельхозтехникума. Третьими стали ребята из индустриального техникума. В будущем году предстоят новые старты. У ребят будет время на тренировки и подготовку к новым победам или реваншам.